Привет! Вы попали ко мне на канал, я Елизавета, и сегодня я буду снимать обзор на игру, которую название вы уже сами видите, поскольку я не знаю английского, я не знаю, как эту игру назвать, прочитать. Что ж, вперед! Начинаем мы играть. Вот. Мы поиграем на 20, только на 20 уровне, и уже по шкале от 1 до 10 я выставлю оценочки. Вот. Этот уровень довольно-таки сложный уже с самого начала. Вот. И я выставлю оценки от 1 по шкале от 1 до 10. И уже вы потом сами решите, как вам. Вы готовы жертвовать своей памятью ради этой игры. Или же просто установить эту игру, готовы вы или нет. Вот. И тогда уже вы сами сможете определить, понравилась ли вам эта игра или нет. Мне пока идет все отлично, все отлично. Я прохожу. Да, я прошла этот уровень, 20-й. Юху! Опять это реклама. Так, нам не нужна реклама. И что ж, я ставлю оценку по шкале от 1 до 10. Я, пожалуй, поставлю ровную десяточку. Так, у меня появился новый значок. Вот. И это... Очень крутая игра, я вам просто советую. Очень хорошая игра, я ее вам советую установить. Вот. И потому что тут правда очень хорошие препятствия, очень хорошая графика, много выборов. То есть вы на ней будете сидеть даже не год, я гарантирую вам больше. И эта игра может работать без интернета. То есть если у вас, например... У бабушки на даче нет интернета, а вас к ней на выходные отправляют, то не стесняйтесь, берите с собой смело телефон и скачивайте эту игру по дороге или у себя дома в городе. Потому что эта игра способна работать без интернета. Ну, конечно, в самолетах я не советую в нее играть. Вот. Ну что ж, а на этом закончился наш обзор. Я вам советую установить эту игру. Ну а если вам понравился этот обзор и это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!